Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Свой среди своих», и с вами я, Свой. И сегодня мы с вами приготовим замечательный ликер, который безумно понравится дамам, из белого шоколада. Вот. И называется данный ликер «Дамский угодник». Вот что у нас получилось примерно. Вот такая штукенция. Так, ну, дегустируем. Ну, запах. Запах приятный, очень такой, сочетание шоколада, очень такой пряный запах ванильки на вкус. Просто чарующий, замечательная вещь, очень замечательная. Такой очень нежный и замечательное такое послевкусие. Немножко шоколадное, немножко ванильное. Ну, в целом не буду вас томить, подписывайтесь. Оценивайте нас, ну а мы начинаем. Для начала, для нашего ликера готовим основу. В качестве основы мы берем первоначально молочко. Я уже залил 250 грамм, 250 грамм 10% сливок. Сюда же добавляем сразу же белый шоколад. Одна плитка 100 грамм, можно 150. Теперь нагреваем молоко до момента, пока шоколад весь не растает. Итак, шоколад наш растворился, теперь добавляем где-то 750 миллиграмм ванильки. Все тщательно перемешиваем. Теперь добавляем пол банки сгущенки. Доводим до кипения. И после того, как закипит, 5-7 минут на медленном огне это все дело кипятим. Затем выключаем и остужаем. Ребят, ну когда наша основа остывает, образовывается вот такая пенка. Естественно, ее лучше убрать. Мы ее убираем. Наливаем теперь половину литровой банки, получается, у нас пойдет основа. Так, ну и соответственно сюда же пойдет у нас 0,5, это можно использовать либо хорошо очищенный самогон, в данной ситуации мы используем водку, заливаем. То есть соотношение будет 1:1, при этом количество алкоголя варьируется, то есть можете это сделать индивидуально. Вот примерно так. Теперь это все хорошо перемешиваем и оставляем на 7 дней отдыхать. Ну, в целом, вот такой у нас замечательный ликер получается. Ну, а с вами был Свой. Пишите свои комментарии. Всем пока!